Доброго вечора, шановні панство. Посилки з сайта Violeti. Дві штучки. Будемо розпаковувати, дивіться. Так, одна прийшла в укропочний. Заказуємо на сайті Violeti для своїх дітей. Без реклами. Ну, у нас тут все красиво упаковано. Календарь, калькулятор своего сына с заказом. То есть есть какая-то инструкция. Все на иностранном языке. Так, смотрим сам. Открывается. Там, ну, все так как на видео. Батареек в комплекте нету, я понимаю. Проверить сейчас не можем. Так, все на вид целенько. А нет, тут есть у нас батарейки в комплекте. Блин, тоже надо сместиться. Ладно, потом разберемся, посмотрим. Что там есть, что нет, что именно. Вот так все целое, красивенькое. Закрывается, все работает отлично. Смотрим другие. Мне какой-то подарок не было одни. Показывал я одни. Двое. Привет. Продавцы. Так, это я заказывал. Тоже календарик. Видать, у него их очень много. Интересный, красивенький, такой прикольненький. Это я наработал. Другой тоже тот же самый. Надо открывать и распаковывать. Спокойно. Тут также показывают, что оно вынимается. Можно использовать как так, так и так. Мы потом посмотрим, разберемся, перевесили или что. Так, следующая большая посылка. Вспомним нашу. Вот, взял посылку специально для детей. Показать наши СССРовские развлечения. Посылка новой почтой пришла. Сайта Violeti, напоминаю. Смотрим. Пенопласта. Что у нас? Что надо?
немного, придется убрать. Так, коробочка. Держим. Смотрим саму посылочку эхо из советских времен. Пакетик разложим, и это у нас слайдер. Такой маленький. Это слайдер. Это хочу твоим деткам в наших времен показать, что у нас когда-то не было компьютера. И мы пользуемся такими штучками. И пакет. Слайдер. Очень много слайдов. У нас что-то выпало. Очень много интересных слайдов. Вот, ну-ка я показываю на фото, как и здесь. И здесь. Будем здесь смотреть. Всем спасибо за внимание. До свидания.